Хей-йоу, гайз, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игру под названием Far Cry 3. Я все-таки решил поиграть без прицелика. Ну, и, типа перекрестие. Давайте попробуем так попроходить пока что. Если будет, конечно, сложно, либо непонятно, то я подрублю прицелик. Наша сейчас главная цель — это с вами активировать маяк. Наверное, это радиовышка. Да, радиовышка, то есть. Так, идите к радиовышке. Мы не идем, мы бежим к ней. Так. Ой. Да, я косой. Привет. Тихо. Так, escape. А что это? А, ну это мы читали. Халявное оружие. Змея. Змея. Нет таких животных, которые местные жители любили бы. Меньше, чем змей. Они считаются нечистыми. Их нельзя употреблять в пищу. В 50-м году ЦРУ использовал змеиный яд, чтобы выколачивать секреты из русских ученых. Это также неплохая замена вермуту в коктейлях. Вермута в коктейлях. А мне это типа где-где? А, это дикие животные. Хорошо. Даже так. Так, у нас есть крабики. Музыка такая. Так, что здесь у нас? Денежка. Ой, еще сундуки. Джокер. Патроны для пистолета. Значит, такие серебренькие. Это у нас патроны сундучки. Больше шанс найти. Ладно, активируем вышку. Так, тихо. Полезли. Так, главное не упасть. Не смотреть вниз. А если посмотрю? Ну, знаете, если... Ладно, давайте до конца залезу. О, еще сундук. Амулет Кабаи. Патрон для ППшки. 27 баксов. Баксов. Так. Ага. Поехали. Если вывести из строя цифровое устройство, что тут это там? Мы активировали. Так, какой-то камень с припасами. Церковушка. У побережья домик с машиной. Готово, радиовышка включена. Ага, это нам типа показывает. Так, древние аномаки. С помощью троса спуститесь на землю. Давайте осмотримся, что у нас есть. В принципе, вдали у нас мигает море. Так, острова, острова. Там. Вон церквушку вижу. Надо думать, как спуститься. Горит. О. Вот сейчас бы спустился и забрал бы. Ну, не забрал бы тусы 40 баксов. Там все дымится. Стоп, если дымится, значит там аванпост, как я помню. Так, карта у меня так же не открывается, да? Ладно, поехали. А как мне стрелять во время езды на тросе? Окей. Откроем позже. Славно прокатился. Да, зашибись. Удачно. Отлично. Покажи карту. Откройте карту с помощью табика. Видишь, все, что тебе нужно знать, было открыто радиовышкой. Лавки, приключения, остров зовет тебя. И, как ты, Джейсон, торговцы не местные. Они используют радиовышки в работе. Они дадут тебе оружие за каждую свободную вышку. Воин охотится. Так и издавна заведено. Вот карта. Выбери угодья. Доверяй инстинктам. Общество научило проигрывать. Не природа. Здесь. Так, чтобы спасти друзей, нужно познать джунгли. Шкура зверя позволит тебе нести много снаряжения и оружия.
Растения позволят создавать действенные лекарства, которые лечат и обостряют чувства. Хорошо. Иди. Вернешься ко мне, когда преуспеешь в джунглях. Что это значит? Что мне делать? Слушай инстинкты. Окей. Деннис Роджер. Ну да, Денис. Так, Деннис Роджер. Мне удалось узнать, что человек по имени Деннис Роджер родился и вырос в Либерии. А в возрасте 18 лет эмигрировал в Америку. Через 10 лет уехал в штатов. Почему, неизвестно. Неоднократно менял работу, пока не очутился на Рук-Айленде. Там он присоединился к ракьянам. Окей. Транспорт. Тросы. Эй, думаешь, это хорошая идея использовать электрические провода для спуска? Боги поставили их здесь не для того, не для тебя. Со всеми разболталась молодежь. Когда-нибудь ты на таком проводе въедешь прямиком в жертву вулкана. Хорошо. Так, СП, у нас там была машинка. Машинка. О. Так, так, траву соберу. Это раз. Угу. Это тоже трос. Прямо в центр гора. Так, маранта. Маранта. Маранту используется по всей Азии в самых разных целях. На острове местные жители говорят из нее, готовят из нее что угодно. От пудингов до пирогов, до детского питания. Пираты же используют маркунту, чтобы не допустить образования кристаллов льда на замороженных трупах. Кристалл льда, нихера себе. Растительность. Так, окей. Ого, у нас уже $228. Хм, прикольненько. Магазин, доступна новая карта. Что? Так, ну что сказать? Ага, все, я полностью открыл. Ух, ну она... она очень большая даже. Так, а что это у нас? Дом пробереженных Кабельтона. Аванпост Аманаки. Деревня. Радиовышка. Мне нужно радиовышки походить, пооткрывать лучше. Так, стопэ. Магазин. Привет, бабуль. Боеприпасы. Пистолеты, дробовики, штурмовые винтовки, снайперские винтовки, пулеметы, гранатометы, эксклюзивное оружие, расходный материал, карты, холодное оружие. Ух ты ж, ё-моё. Пополнить боезапас, патроны... Так, это все, да? Пополните боезапас для всех снаряжения, оружия, запас гранаты, взрывчатки с 20% скидкой. Патроны пистолета, ППшки, дробовика. Ну, просто посмотрим, как они выглядят. РПГшки. ГМ-94. Это, скорее всего, гранатометные эти. Пух, для подстволки. Ракетница. Стрелы. Ага, значит, я могу с луком ходить. Огнемет, гранаты. Коктейли Молотова. С4 на этой, короче, цепной динамит, минки. Я могу также что-то и продать. Снадобье продавать не хочу. Туз. Пиковый туз на один из кромков след когтя. С таким очень удобно мухлевать. Игра в покер. Амулет кабабы. Похоже, этот амулет фигурка кабабы. А, кабабы. Кабана. Кто-то с ним явно неравнодушен. Окей, хорошо. Джокер, Джокер. Я могу продать. А я могу быстро продать? А, нет, я все продам. Так, ладно. А, это порядок, чё? Я то подумал, что за фигня. Так, ладно, что у тебя есть? Пистолеты. На выбор только такие, да? А, нет, Magnum
платный. Только этот бесплатный. Я хотел Магну. Сорян. Пистолеты, пулеметы, Скорпион. А, 200... 2000 ПМ-ка. И здесь из вариантов это лучше, конечно, ПМ-ка была бы. В КСК она лучше для меня. Так, дробовики. М-133. И 1887. Это двустволка, скорее всего, да? Похоже на двустволку. Но это не точно. Штурмовые винтовки. АК-47. СТГ-90. Ну, такое себе. Как эмочка. F1. ФАМАС. МС-16. Винторезик. В смысле, у меня есть этот? Вот это прикольно. А ну тихо. А, у меня слоты закрыты. Экипировать, окей. А ну-ка. Так, точность. Штурмовые винтовки. Не, конечно, я этот возьму. Автомат. Дробовики у меня все закрыто. Пистолеты, пулеметы у меня все закрыто. Снайперские винтовки. СВДшка. М700. Хищник. С глушителем. М700 просто. Ё-моё. Ребята, у меня сейчас выбор. Взять эту пушку. Ладно. Пулеметы. ПКМ и... Похоже, быстрее на Негев. И Юстом. Гранатометы, РПГшка, ГМшка. Ну, такое. Эксклюзивное оружие. Ох ты ж, ё-моё. Инструмент. Кислородный артегарпун может приготовиться для ремонта любого наземного и водного транспорта. Ну, такое. Ракетница. Составной лук, вот это вот прикольно. Я хочу лук, снайперку и пистолет с глушителем. Огнемет, ну, такой себе. Расходный материал. Бронежилет. Ну, если так посудить, то для нас сейчас броник это очень хорошо будет. Да, купить бронежилет. Карты. Ух. А, это клады. Это... Это чтобы находить тайнички. А это... А, и тут, то есть, два острова, да? Клады берег Хуберта и Гестаун. Еще есть. Городок. А, ну это одно и то же. Алло. Тут же остров. Ну окей, еще холодное оружие. У нас есть мачете. И нож туземцев. С чем бы ходить? Давайте мечеть, пускай будет, да и все. Так, обозначу, чтобы не было знаков. Поехали. СТГ-90. Это штурмовая винтовка, используется армией Швейцарии. И экипируется по всему миру. Разные варианты ТСГ, но состоит на вооружение в Бразилии, Индии и даже в Ватикане. Хотя в комплект не входит ни штопор, ни пилочка для ногтей. Нет, окей. Поехали. Но время тогда, немного потратил. Что вот это? Это типа наш бункер, да? Что в него входит? Что? Так, курица. Свеча, шкафчик. Ага. То есть, это, считайте, я могу покупать, да? В лавочках наших. Наш магазин не обязательно. Так, что у нас есть поблизости? Сейчас нам... Ой-ой-ой, еще ближе.
Акулы есть. Быки. Нам нужно какие-то игуаны или что это. Ну ладно, побежали. Нет, давайте в машину. Так, где она там? Я помню, она недалеко была. На машине быстро доберемся, да и все. Так, броня у меня соточка, да? Это ж броня, надеюсь. Да. А ну-ка. Настройки. Игровой процесс. Включить. Принять. Ну, знаете, такое. Прицел. Ладно. И игровой процесс. Убрать. Убрать, я сказал. Принять. Просто в этом... На пистолете было другое, там только было два штриха. Так, попробуем. А, удерживать еще надо. Ох, черт. Дара. Так, Дара. В ГДР расцвета острова главный конструктор Дары был южноафриканцем. Южноафриканский Стрюс. Машина была одинаковой во всех, кроме цены. Почему Стрюс? Был дешевле? Да потому что его собирали работяги, угнетенные апартеидами. Время Африки еще не пришло, и Африка ждет уже совсем скоро, верно? Трос. Читать. Еще раз ТП. Так, вижу морские водоросли, походу, да, это, если в воде. Опа. Так, вставай. Я нашел кристаллик какой-то. Идем за кристалликом. И... Так, нет, мне нужен этот кристаллик. Окей, я отбегу. Склад. Ну, показано, что он здесь. Окей. Вариант второй, где он может быть, это под водой. Но это только вариант. Так, под водой, а меня никто тут не съест. Это как вариант, конечно, туда спрыгнуть. Ну ладно, го. Внимание, вы покидаете до его задания, вернитесь, иначе задание будет прервано. Здесь есть ограничения. Вы такие умные, а как мне тогда вернуться? Окей. Тихо, залезь, ну залезь. О. Так, подождите. Настройки. Так, а как мне дальше подниматься? Окей. Поднимусь, как я и ушел. Ну такое, ладно. Поехали. А, тут. Нет. Вернись. Сокровища. Мне нужны эти сокровища. Охотник. Доверите до охотничьих. До охотничьих земель. Где сокровища? Мне обещали сокровища. В кустах его тоже нет. В дереве. Нету. Может, я его тут не вижу? Ладно, идемте в уходе. Фу. Тихо. Дикое животное. Может на меня напасть.
Контрольная точка. Найти растений и животных, но каких? Нашел. А если уйду, засчитается, что я хочу сбежать? Ой, я в те домики еще вернусь, короче. Бандан. Бандан. Ракьят обычно использует бандан для плетен циновок для других ремесел. Еще с его помощью можно придавать особый вкус и аромат многих местных блюд. Однако самое распространенное несъедобно. Семена банданы не тонут в воде и океанских течениях. Могут приближать их на многие мили, как кубинские беженцы. Хорошо делаются лодки, короче, из них. Ты что у нас? Этлингера. Этлингера или имбирь факел. Хорошо сочетается с рыбой, только на этой острове есть десятки рецептов приготовления рыбы с этим растением. Но нужно соблюдать осторожность, она может случайно воспламениться прямо у тебя в руках и убить на месте. Впрочем, вкус того стоит. Окей, значит, хавать его нельзя. Так. Ну, я думаю, короче, листвы лучше... Мой пальчик. Ух, фу, хп. Так, зеленые листья. Тихо, свинюшка. Так. Это у нас кувшинки. Имбирь великолепный. Это растение привлекает внимание своим видом. Многие местные жители используют его в декоративных целях, но некоторые из них также считают это растение символом плодородия. Киньте пару цветов в вашу жену, и она тут же прыгнет к вам в кровать. Хорошая шутка. А, да. Прикольная шутка. Так, местные аборигены мне что-то оставили? Сокровище. То есть ты помещаешь все, что здесь есть такого. Оп. Еще какое-то растение. Ладно. Голубую траву я могу, в принципе, в воде найти, да. Поехали в воду тогда. Так, раз. Ламинария. Ламинария уже много веков входила в рацион ракьят. Считается, что оно помогает сбрасывание лишний вес. Впрочем, беготня от пиратов, вооруженных мачете, способна этому ничуть не меньше. Власу и Хоиту, не знаю, кто такой Хоит, стоило бы разрекламировать эти места для домохозяек. Называть предприятие, например, диета страха. Страх смерти способен творить настоящие чудеса. Так, окей. И там еще какое-то растение, которое я еще не подбирал. Ну, я думаю, стоит пособирать листвы еще вот этой синей. Опа. Голубой лист. Ваками. Ваками. Ракьят используют ваками вместо шпината. Это водоросли хоть и полезные, но довольно безвкусные. Но сами знаете, эти современные торгаши непременно попытаются вам ее всучить. Мой совет, стреляйте на поражение. Так, еще растений. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Кислород. Поплыли. Опа, нашел. Так, все. Кажись, все. Так, зеленая травка. Мне бы сделать себе улучшение, чтобы я мог больше носить вещей. Так, таймер теперь запустим. Так, свинка. Свинка. Сначала в дом забежать. Пролутать. Ага, нашел. Трясущие какие-то очочки.
попался. Воу. Так, отправься. Все? Ну, я могу, в принципе, хилиться, когда у меня нету... Ну, когда две только, да, ячейки, походу, бесплатно. Так, а что я раскрыл? Подождите, путеводитель. Уже вторую миссию выполнил. Дикие животные, кабан. Кабан, я надеюсь, вы не огорчены кошерной пищей, так как кабаны, мясо здесь основная еда. Крабики, медведи. А растительность у нас еще не было. Вот таких водорослей, да? И такие. Окей. Вот я еще тут заметил, когда на 40-х лазил. Достижение, любимое оружие и новый рецепт. За любимое оружие я не знаю, что это. Достижение я тоже пока что не понимаю. Скорее всего, это будет в дальнейшем нам как-то это рассказываться. Новый рецепт, скорее всего, лекарство. Так, ну. Шкура кабана. Убейте и освежите дух кабана. Так, а в смысле, я же не подобрал еще. Ладно. Рюкзак. Ах ты ж ё-моё. Ё-моё. Деревня. Стопы. А, это испытание? Эффект засады. Испытание Рахьят. Ух. А что мне по инвентарю? Откройте таб. А, альт это легенды. Миссии, цель миссии, сюжетное задание, путь охотника, сбор припасов, охота за головами, пропавшая экспедиция, герк. Аванпост, важная локация, быстрое перемещение, магазины, радиовышка, используйте ракет. Планер, покер, гонки, меткий стрелок, метание, ножи. А из вещей у нас реликвии, потерянные письма, карта памяти, склад, синие растения, зеленые, желтые, алые, янтарные, белые, короче говоря. Другой у нас это Джейсон, КТ это... Контрольная точка. Наземный транспорт, рты, лодка и сигнализация. Окей. Более-менее понял. А, я могу это убирать и ставить. Хорошо. Мгновенное перемещение. Заюзаем. Заюзаем. А, два раза щелкнуть. Хорошо. Запомнил. Ну, в этой серии в основном мы с вами поохотились на дичь. Если два счета... Ну, два кабана, если считать это дичь, то окей. В основном мы были садоводами. Мы собирали траву. Окей, поехали. Hello, guys. How are you? Окей. Кокосы. Так, нужно пойти к нашему дружбану. Так, ты где? О, новый вид транспорта. Пожалуйста, только давай Денис, никуда не поедем. Растения и животные у меня. Класс! Подчини природу своей воле. Я научу. Создание предметов. А, рюкзак с ТП. Ладно, создание предметов. Теперь используй растения и приготовь снадобье. Рюкзаки. Ладно. Зеленый лист. Есть три штуки. Надо один, чтобы сделать лекарство. Изготовить. Да, Джейсон, ты можешь найти более сильные растения в лесах. При удаче. Верь и спор. Так, рюкзак. Рюкзак, изготовленный рюкзак, чтобы нанести больше трофеев, чтобы научиться делать больше рюкзак, начните с маленьких. Окей. Шкура кабана, как раз. Да. И еще татау на руке. Знак того, что ты особенный. Что у тебя душа воина. Ага, ты отправился по трофеи. Пути. Я покажу тебе, как добавлять их. Подожди. Каждая татау означает навык. Ты можешь выбирать навыки в трех разных областях. Теперь я научу тебя захвату. Это херь. Только гранаты могу, серьезно. А, нет, вот. Во время бега, чтобы сделать подкат. Теперь я научу тебя захвату.
О, бесшумное убийство. Окей. Готово. Когда с хорошим навыком ты станешь сильнее, Татау вырастет. Выбирай. Метание гранат. Окей, что у нас вообще есть? Хотя давайте лучше в другой серии ознакомимся с этим, я думаю. Хорошо, Джейсон. Татау. Так, мобильник звонит. Эй, Филиппе! Мы едем к аванпосту возле Аманаки. С нами американка. Приходи к нам. Что за черт? Лиза! О, черт! Нужно ее освободить. Иди, следом. Нет, я с тобой сейчас не поеду, подожди. Если я сяду в грузовик, это значит, я отсюда уйду. Мне нужна вторую ловку. Продать. Так, у меня дохера лекарства. Включай радиовышки. Подожди с твоими радиовышками. Навыки. Потом с ними ознакомлюсь. Создание предметов. Выбрать, изготовить. А, только три штуки, да? Херово. Блин, нужна шкура тапира. Блин, нужно за живностью будет поохотиться. Так, продать. Зеленый лист. Так, а что у меня? Ну давайте пока так оставим, пускай будет. Из дальних деревень. А там, поверь, есть первоклассная снаряга для тебя. Снаряга. Больше у нас тут ничего, да, нету? О, желтые листья. А, ты не залазишь. Поэтому ладно. Рисунки. Облака, солнце, тучи змеи. По крышам. Что это? Неясно. Оп. Так, я научился делать подкат. Стопэ. А, это на шифте когда, да, только? Окей. Оп. Ну, в основном, да, тут такого больше ничего нету. Предмет появляется через какой-то промежуток или что? Не пойму, ладно, давайте на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. До новых приключений Far Cry.